вы в субботу тоже делаете? В субботу, когда как? А когда хотим, делаем, когда хотим, не делаем. А? Видел по Ютубу, там вы делаете с взрослыми. Ага. Нет, это я выставлял. Так. Это я. У меня еще старый тренировки. Там уже на 3 подписчика больше. А, спасибо. Так, что там наши девочки делают? Они, наверное, красятся. Ну, включайся, включайся. Ты же включился, подлый труд. Ну, аккуратненько. Так, пойди, я их позову. А то они у нас очень... Так, то их совсем нет. А вот так поставим. Это чуть-чуть. Так, где наша красавица? Наверное, им так хорошо, что они уже, им уже и не надо это. Так. Все. Теперь мы этот поворачиваем, этот поворачиваем, этот поворачиваем, чтобы я видел, а то что-то выключается. Ты постройся, и мы тебе скажем. Так, Гэлла, заходите, делаете? Чирик, чирик, чирик.
Только столько, чтобы пришло. Чирик. Так. Я буду оставлять ее на столе, приходите и, пожалуйста, на всякий случай. У нас один из класса, один заболел. Да, один, у одного папа заболел. Почему? Папа, да, у него? И весь класс сидит. Что, что? У одного заболел папа и весь класс. Да. Еще одна страна. Угу. Иди сюда. Сейчас я включу. Нет, стоп. С той стороны. Сзади тренера, да. И как всегда у нас красивые сережки есть в руке. Кимоно там. То есть еще раз, кимоно. Кимоно на вешалке, у каждого своя вешалка. И ставите курточку сверху эту. Так, кто у нас еще? Вика есть. Ой, не трогай сейчас подъем, пойдет. Я тебе дам, ты положишь. Все, оленели. Дрепс. Чуть-чуть не крыло. Дрепс. Да, расстояние. Рэ. Значит так, что мы сегодня? Разминка. После этого мы повторим страховку и сзади эту ножку повторим. Вот. А потом у нас есть Виктория. Вот пацаны постараются ей сделать заднюю подножку, а остальные сделать будут Михаил. Вопросы? Нет. Ну, а потом посмотрим, как у нас после тренировки. У кого? У тебя шесть лекций было? Да. Шасса. Все. Алинери, дрепс, рэп. Пожалуйста, проведи. Так, вас снимает скрытые камеры. Скрытые, не скрытые. Аделина, да, запиши, а потом разреши, все разреши. Левую сторону, правую,
заклоны. Вперед, назад, вправо, влево. Уши, нос. Давайте прощаем вращение руками. Назад. Потом вперед, потом назад. Поменяли. Можно добавить ногу. Руки на пояс, вращение таза. Левую сторону, правую. Делаем наклоны к левой, к правой, в середину и выгибаемся назад. Ноги шире плеч, локти взяли, делаем наклон. Пытаемся достать локтями, да, ботами. Руки на коленях, разминаем колени, вращение. Делаем левую, правую сторону. Ноги вместе. Перекаты. Теперь 10 раз вот так быстро делаем. 8. Теперь колени и груди. Ой, и как? 10 раз. Левую ногу тянем сюда к себе, потом пытаемся загнуть, а потом вот так. У меня получается достать легко. А две ноги? Две. Давайте правую так попробуем. В одну ногу делаем. Да. К себе, потом загнуть, а потом выгнуть. Нет, тяжело. Ну, он долго.
Я руки тянем, да.
Последнее, если девочки строчат, не знаю, мальчики должны же. Так. Бигмак. Мне не нравится. Бигмак. Давай. Ну можно просто. Да, вот так. Вот. Получается. Да, вот так. Правильно. Давайте теперь махи поделаем. Можно в паре тоже. Вот так. Можете так. И правую тоже. Хорошо, начинай. Сейчас показываю. О, нет. Попробуем. Пошли. Как делаем поворотчик? Так, что?
Что там такое? И назад. Хорошо. Молодцы. Да, молодцы. Фигово. Хорошо это, когда вы будете прыгать через меня, когда я вот так встану, и вы прыгнете. Это хорошо, но фигово. Это хорошо, но фигово. Так, Аша Зацева, двигайтесь. Садитесь сюда. Ну, Артем, дальше. Дальше, Вадим сюда. Тоже сюда сядешь. Ай, боец там. А, уйди сюда, садись. Так, еще раз. Еще раз я напомню. Да, сейчас вы повторите, а потом... Еще раз, да, помните захват классический, наш, четкий захват. Локоть и отворот. Да? Смотрите, Вика тоже берет. Вот. И еще что мы должны сделать? Поставить ножку вперед. Вот так. Значит, дальше что? А дальше то, что мы и делали. Шаг вперед, ножку поднимать, оп, и четкое падение. Вот это самое главное. Это самое главное. Нельзя падать на руку, на локоть нельзя. Лучше вообще не ставить. Еще раз. Поэтому, если Вика меня бросает, она держит хорошо. Что? Локоть. Правильно. Еще раз. Раз, она чуть-чуть вышла вперед. Я сделал шаг, сделал бросок и держал ее. И за ручку. Хорошо. Так. Стоп. Иди сюда. Смотрим у нас сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь человек. Нет. Вы вдвоем. Значит, Вика. Ты делаешь Артему. Стынга, стоп. Стынга, дряхта. Ага, тоже у меня. Нет. Так, Михаил, возьми Аделину. Вон туда. Сейчас Михаила делает. Михаила делает. Вот туда. Аделиночка, Аделина, туда. Она умеет делать. Она тебе как сделает, ты как хрякнешься, и все. Будешь хорошо падать, я поменяю. Олеся, берешь Вадима сюда. Не пом. Ты начинаешь. Да, только не забудьте поклониться. Поклонились. Аджина, Артем, иди сюда. Значит так, Артем. Хорошо падаешь, значит я тебя сразу туда перевожу. Вика делает стрелка, дрябка. Новый, потом Георгий делает. Стрелка, дрябка, они меняются. Все, пошли, поклонились. Я не Георгий. Бегой. Да? Молодец, умница. Классно падаешь. Меняем захват. Вот. Да, ручку. Пожалуйста. И Григорий Котовский. Ты Григорий? Ага, Григорий Котовский. Значит, я запомню. Все, Гриша, давай. Так, смотрим, как ты здесь. Умница. Так. Какие-то по-другому ногу, другая ножка. Левый шаг вперед и бросок. Хорошо, поклонились. Бегите сюда. Вы вдвоем сюда. Все, ты делаешь. Два раза, он два раза. Два раза. Все, поджимай. Пойдем со мной. Так. О, блин, я офигею. Посмотри, ножка впереди, ты взял за флаг. Когда ты делаешь бросок, ты должен остаться свой. Не играй в другой. Ты же на двух ногах стоишь. Смотри, когда ты делаешь бросок, она падает. Стоять на шагу, видишь, оп, и содержать. Хорошо? Я тебя прошу. Так, Григорий, постой здесь, сейчас я посмотрю, как это делается. Вот, держи.
Еще один раз. Тренгой и потом баскетбол.